Звукобуквенный разбор слова «ель». В этом слове одна гласная буква, один слог. Первая буква – буква «е». Обозначает в начале слова два звука. Первый звук «е». Этот звук согласный, звонкий, непарный, мягкий. Мягкость мы показываем в транскрипции вот таким знаком, похожим на запятую, называется апостроф. И в другом слове этот звук не бывает твердым, значит, он не парный. Второй звук, который обозначает эта буква, звук «э». Этот звук гласный, ударный. Следующая буква – буква «л». Звук «л». Этот звук согласный, звонкий, непарный. У него нет пары по звонкости и глухости. Он мягкий в данном слове. В другом слове может быть твердым, поэтому имеет пару по мягкости и твердости. Следующая буква – буква «мягкий знак». Звука «не» обозначает, придает мягкость предыдущему согласному. В этом слове три буквы. Буквы – это значки для обозначения звуков. И три звука. Мягкий знак звука «не» обозначает, но буква «е» в начале слова обозначает два звука.